столица Южная вспоминает о столице Северной. В Сочи много тех, кто в детстве не понаслышке узнал страшный голод. Сегодня со сцены Дома культуры Центрального района звучали песни и стихи военных авторов. Тех, кто, умирая телом, не сдавался душой, пели и более поздние песни, но тоже о вечных ценностях. Старые друзья, вас я успокою, беспокойную юность свою. 872 дня Ленинград держал оборону. Единственным путем сообщения с городом оставалось Ладожское озеро. По нему и протянулась дорога жизни. Каждый день в Ленинграде умирало более 4000 человек. Взрослые отдавали свою пайку хлеба малышам и сами погибали от истощения. В самом Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, много мемориалов, напоминающих о тяжелых днях блокады. Но главный памятник – в сердце каждого пережившего те страшные дни. Для них сегодня свое музыкальное приношение подготовили все районные ансамбли.